Читаем добротолюбие. Господь сказал: «Горе всем богатым». Но, сказав так, Он не всех обвиняет обогатившихся, ибо есть в числе их и действительно умеющие располагать богатством по воле давшее оное Бога и по Писанию, старицею в жизни сей приемлющие, каковы блаженный Авраам и праведный Иов, которые, будучи милостивы, обогатились еще более и здесь, и в будущем веке. Но порицает тех, кои, имея лихоимственный нрав, присвояют себе дарование Божие, или в отношении имений вещественных, или в различных его щедротах, и не хотят быть милосердными к ближнему. Преподобный Марк Подвижник. Боже!